Добрый день, дорогие друзья! Представляю вашему вниманию автомобиль Лада Калина. Наездила она уже почти 15 тысяч километров. И я хочу сделать серию видео о том, как она эксплуатируется, с какими проблемами мы сталкиваемся при эксплуатации. Ну и вообще такой небольшой видеобложик о том, как, чем живет это авто. Этот автомобиль используется в аварийной службе. Каждый день наезжаем в среднем где-то по 100 километров. 5 различных водителей у нас работает. То есть у каждого свой стиль вождения, у кого-то резвый, у кого-то спокойный. То есть, в принципе, автомобиль довольно жестко эксплуатируется. И вот хотелось бы показать, как он справляется со своими обязанностями, что в нем ломается, как ремонтируется. Вот. Сейчас уже 15 тысяч пробега. На первых 10 мы столкнулись там с определенными трудностями. Даже сразу после покупки были небольшие трудности. Это плохо закрывался задний багажник. То есть нужно было хорошенько стукнуть им. Он был не отрегулирован. Уплотнители на капоте тоже как-то протекала вода в капот, лилась на двигатель, там все пачкалось. То есть уплотнители пришлось тоже самим нам немножко отогнуть, отстроить, там что-то подмазать. Багажник поменяли, замок багажника отремонтировали на сервисе. Какие еще проблемы были до первых 10? Педаль тормоза очень странно работала, то есть машина тормозила, вроде все как надо, но при нажатии на педаль тормоза, тормоз как-то провалился очень сильно вглубь. Такое ощущение, как будто тормозная жидкость вышла. То есть, свозили по этому вопросу по гарантии на сервис, сказали, что в принципе все нормально. Они прогнали ее на стенде, тормозит как надо, то есть это такая особенность авто. Еще какая проблема, это гул коробки. То есть, кто ездил на старых моделях Жигулей, там где-то, когда скидываешь вот коробку, там такой гул, и, в общем, получается вот здесь вот точно такой же гул. То есть, как я узнал позже, это фирменный звук этой в авто. Так, в принципе, авто само по себе неплохое. Тут у нас есть такой типа мультимедийный центр. Имеется Bluetooth, громкая связь. Можно подключить флешку, SD-карту. Из наворотов у нас подогрев передних сидений, подогрев лобового стекла. Передние стеклоподъемники. Ну вот, в принципе-то и все. Обошлось авто чуть более 6000 долларов США. Вот в этом видеоблоге буду выкладывать постепенно видео о том, что происходит, что ломается, на каком километраже. Также буду выкладывать отзывы людей, которые на нем ездят. Может быть, сделаю обзор на мультимедийную систему. Ну и вообще свое мнение по поводу авто. Спасибо за внимание.